Привет, друзья! Наконец-то выход в лес. Не был я здесь на своем месте уже больше 3 месяцев. То есть последний раз я был осенью. Тьфу, бля, весной. Сейчас осень. Вот ездил я на Пру, в заповедник. Там тогда было очень много грибов белых, подберезовиков. Я не знаю, как здесь сейчас, посмотрим. Может быть, тоже есть грибы. Идем на старое место. Сегодня будем жарить один интересный рецептик. Очень вкусно. Поехали. Лес еще зеленый, только-только начал желтеть, но комаров уже нет, и это здорово. Нахрен нам эти комары не сдались. Бересту я в этот раз собирать не буду для розжига, потому что у меня еще спрей осталось сухой, горючий. Надо его использовать. Вот, будем. Это и удобно. Так-то я бы не стал покупать специально. Вот. Ну, раз оно есть, почему бы нет? Я всего одну таблетку-то, помню, израсходовал на освещение своей стоянки. О. Рябина уже поспела. Очень полезная ягода. Ее очень хорошо заваривать. У нее больше витамина С, чем во многих, там, в том же лимоне. Да, вообще, очень, блин, всяких там витаминов. Она помогает, антисептик не офигенный, она заживляет раны очень хорошо, особенно ожоги. В общем, вещь, мы сейчас ее соберем и положим в нашу сумочку такую. Чик. У меня здесь есть такая поясная сумочка, ну такая простецкая такая. Если честно, это просто чехол от лопаты, складной. Но очень удобно, когда ты ходишь по лесу, сюда все это складировать. Ну, допустим, бересту, вот ягоды нашел, тоже взял, положил, чик, пошел дальше. А вот у нас здесь первый гриб, но это, к сожалению, мухомор. Им можно только глюк словить или хорошенько так травануться, не по-детски. Но мы этого делать не будем, как говорится. А можно есть этот гриб? Конечно, можно, только отравишься. Самая легкая, братва, ориентироваться, конечно, весной, когда лес голый. Самое сложное ориентироваться зимой, как это ни странно. И по средней шкале, это ориентация осенью, когда еще все в зелени, она хоть и желтеет, но она ни хрена обзор не дает, и очень сложно найти свои ориентиры. Но намного проще, чем зимой. Зимой вообще жопа, без компаса, ничего не найдешь, заблудишься нахер. Ну, зато можно по своим следам выйти обратно, если что. Так, где у нас здесь ориентир-то, блядь? Во! А, во, во. Вон это. Вижу, вижу. Пока только один мухомор. Одну сараешку задрипанную, покоцанную увидел. А, во-во-во-во. Вот оно дерево. Вон оно дерево сломанное. Ствол лежит на земле. Это мой ориентир. Теперь перпендикулярно так вот оставаемся. Надеюсь, я правильно сказал. И идем вот в ту сторону. Ведь всегда в лесу есть какие-то ориентиры. Просто зимой они завалены нахуй снегом. Вот. А осенью вполне можно и весной по ним ориентироваться. Весной вообще очень легко, пиздец. Особенно если ты идешь по этой местности не первый раз. Но сегодня, друзья, отличная погода. Ветер 1-2 метра в секунду, его практически нету. А напомню, в сильный ветер в лес лучше вообще не соваться, потому что что-нибудь на вас обязательно может упасть и придавить вас нахрен. Да и просто неприятно. А сегодня 6 градусов тепла, вот сейчас. Днем говорят, что будет 7. Это очень вдохновляет, знаете ли. Но зато сегодня не обещают дождь. Дождя сегодня не будет. О, надеюсь, наши замечательные гидрометцентрики не напиздили. Его действительно не будет. А так вообще, я посмотрел, идеальная погода, думаю, надо идти. Надо идти. Вообще, с этой осенью так рано похолодало, такие холода всякие, блин, пошли сразу прям, 1 сентября. На, сука! И сразу холода. Молодцы, блин. То есть обычно там, знаете, сентябрь, все раскочегаривается потихоньку, по чуть-чуть. Сентябрь еще, в принципе, лето. Потом где-то в октябре начинает там
похолодает. Потом раз похолодает так довольно прилично, а то раз бабье лето. В этот раз нет, все не так. Ни хрена подобного. Хрена с два. Ну да ладно. Ну вот, береста сама отходит прям. И грех ее не взять. Ну ладно, возьмем, как говорится. Пусть будет. Пригодится всегда. Вот рухля. Даже резать ничего не надо. Дерево уже все сгнило. Практически. А береста осталась. Чик. Она не гниет практически. Ну так, со временем гниет, конечно. О, ну хватит. Ну вот, горит как порох, если вы забыли. А вот трутовичок, грибочек. И он самый интересный. О, какая-то козявка там ползет. Что за козявка? Козявка, привет, это мясо, мясо ползет. И он, когда свежий, его можно кушать. Ну, давайте посмотрим. О, видите, он какой мягкий. Мягенький, свеженький. Его нарезать можно и жарить. Ну, конечно, это не белый гриб. Ну, на безрыбье и рак рыба. Вот, друзья, у меня не было 3 месяца. И все нормально, даже тент выдержал. Охренеть. Эти все выдержали. Сколько там говна скопилось. Мама родная. Но он выдержал, черт подери. Столик мой живой. Поднос живой. Лавка живая еще. Как она, не сгнила? Не, очень такая твердая. Вот здесь мои еще дрова остались. Так, палочка здесь. А вот эта штука стоит как-то не так. Посему. Оп. Она была воткнута в землю, ребят. Она была воткнута в землю. И она тупо перегнила, что ли, я хуй его знает. Охренеть. Где там конец-то? Вон он там торчит. Ха-ха! Нормально, она перегнила нафиг. Он был заостренный конец. И перегнил. Я ж думал, кто-то вытащил. Но если кто-то вытащил, вот это все бы здесь не было. Здесь все побросали бы, да. Никого здесь не было за все это время, представляете? Ну пусть здесь мой градусник он торчит. Все палочки на месте. Все рогульки на месте. Даже ковырялка. Палочка-ковырялка в костре тоже на месте. Очень неплохо. Конечно, нужно здесь реконструкцию произвести. Пипец. Я чувствую, зимой, конечно же, это все обвалится. Да, оно уже все вон рвется. Мама родная, нифига себе. Здесь у нас сколько листвы. Ну, неплохо, неплохо. А вот еще сгнила вот эта перекладина. Поэтому она так и провисла вся. Вот здесь вот, видите. Опа. О, водичка. Водички зато накопили кучу. Не брить-мадрить. Вот, все окультурил, тент сложил в этот пакет, заберу с собой, это пакет для мусора у меня всегда здесь висит, ничего оставлять здесь не будем. Я и забыл, у меня здесь что-то тоже еще береста, вон запасы есть. Ну, эту я сюда вот запихнул, пригодится. Сейчас у нас на градуснике где-то градусов 7, 7-8, ветра нет, замечательно вообще. Вот есть у нас такой одноразовый мангал, но он нифига не одноразовый. Если его убирать, складывать и не давать ему ржаветь, он у меня уже, вот уже третий раз, и все ништяк, как видите, его не ведет. Ничего, потому что у него длина очень маленькая. На 6 небольших шампуров самый раз. И вот у нас сейчас идет угольки, уже почти готовы.
Я нарезал картошку вот такими кусочками. Нарезал сало вот такими кусочками. Можно не сало, можно просто бекон. Не засоленый, а свежий. Ну, просто чтобы он был жирненький такой. Видите, мало мяса, много сала. И сейчас мы это все дело зафигачим на шампур. Вообще, друзья, блин, сейчас вспоминаю, как я напре там, блин, отдыхал, спал в таких вот... Под открытым небом, считай, спал несколько дней. Там 4 или 5 ночей. А, 4 ночи и 5 дней. Ну, думаю, блин, пиздец, я, конечно, решился на такое. Ну, неплохой опыт. Неплохой опыт. Вот. Хотя река, конечно, обмелела. Не знаю, что с реками происходит. Мелеют реки. Хрен его знает, рыба уходит. Блин, непонятно. То ли кто-то говорит, что там какую-то дамбу построили, то ли хрен его знает. Ну, надеюсь, это так, временное явление. Надеюсь. Насаживаем теперь таким способом. Сначала и в конце должно быть сало. То есть берем пожирнее кусочек, ну, допустим, какой-нибудь вот такой. Он бы как, он будет как бы замыкающим с двух сторон. Обязательно это надо сделать. Это надо сделать обязательно. Насаживаем сначала сало, потом картошечку. Хорошо плоской стороной к салу. Ну, там так тоже не получится. Получится где-то плоско, где-то не плоско. Оп, и прям впритык делаете, впритык. Потом берем еще один кусочек. Также его насаживаем. Чик. Потом берем картошку. Опять. И насаживаем. И вот так вот насаживаем все шампуры. Сало, картошка, картошка, сало. Оп. И поплотнее, поплотнее. Вот так вот. О, мясной кусочек попался. В конце всегда должно быть, в конце всегда должно быть сало. Берем опять какой-нибудь жирненький кусочек вот этот и замыкаем. Оп. Все. Получается вот такой шампур. Ни в коем случае сюда не нужно добавлять ни лук, ничего вообще. Иначе это будет мешать картошке впитывать это сало. Теперь делаем один финт интересный. Вот эта тонкость, которая позволит... Сейчас вытру руки. Позволит максимально прожариться картошке вглубь и максимально впитать все сало. Берем нож и нарезаем на картошке полосочки до шампура. То есть вот так вот, раз. Как шампура коснулась, все, хватит. Оп, оп, оп. И вот так вот делаем как бы, ну, наподобие чипсов, что ли. Всю картошину, вот так вот все картошины до шампура. Это позволит впитаться хорошенько. Вот такая получается картошина. Хорошо бы еще и с этой стороны. Картошка будет держаться, потому что по краям картошка не будет разрезана. И вот таким макаром делаем все шампуры. Ну, насколько хватит. Вот у нас получилось 4 шампура. Обязательно не забудьте надрезать с двух сторон. Иначе она не будет нормально прожариваться. И посолить. И посолить. Даже если сало соленое, все равно надо посолить. Потому что соль-то она не передастся картошке. Ну, с двух сторон посолить.
можно и с одной. Соль, она потом все впитается. Лучок нельзя сюда добавлять, иначе, как я сказал, будет мешать распределению сала. Значит, один шампур давайте сделаем немножко другим. Доза для затравочки такой. Зафигачим. Очистим лук. И сделаем такой шампурик. Лук с одним салом и с остатками картошки. Ну так, как бы, чтобы было. Так, что это у нас здесь? Вот он у нас не такой, ну ладно. Режем вот так. Так, что-то у нас здесь, смотрите, чуть-чуть подвялый, да? Чуть-чуть он здесь что-то подвял. Засранец такой недоделанный. Мы пишем всю молодость, всю красоту. А он подвял, лягушка. Ладно, ничего страшного. Лука дофига. Ну вот типа так. Так. Разделяем. Разделяю властву. Оп, 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 все. Так. Теперь берем шампурик. И делаем вот такой вот шампур один. Лучок. Где у нас там оставшееся сальцо одно? Вот он наш кусочек маленький остался. Маленький кусочек. Так. Нужно еще картошечку. Опять лучок. Ну тут уже будет как бы больше такая жареная картошка, чтобы просто не пропадала. Хрен с ней. Уже без сала. Не будет, конечно, такой вкусный. Нет, точно. Но зато будет как бы до кучи. Вот шашлычок наш и начинает жарится. Самое интересное, почему я говорю шашлычок, потому что запах идет как от свиного шашлыка, но это свинина, естественно. Очень вкусно, но сало это донор. Как бы донор, они превратятся потом в шкварки, и весь вкус, весь цимус, весь сок уйдет в картошку. И картошка станет, ну, просто божественная. О, сальцо жарится, дает сок. Посмотрите на эту красоту. Вот это вкусняшка. О, справа жар больше идет, и она уже почти пожарилась. Потом надо будет переставить. О, слева уже готово. Это я переставил справа налево, потому что справа жар больше. А эти поставил направо. Уже справа почти готово. Слева, то есть. О, красота! Ну что, друзья, смотрите, какая вкусняшка получилась у нас. О, сало усохло, но его тоже можно есть. Если вам оно нравится, то можно есть без проблем. Ну что, давайте попробуем, что у нас получилось. Так, давайте сначала сало попробуем. Ой, ну как шкварки такие, знаете, на сковородке. Только со вкусом костра. Ну-ка картошечку. А вот вместе с картошкой шикарно получается. Вообще. Балдеж. Ну ты именно закусываешь салом, потому что оно соленое, и картошечка прикусываешь. Советую, братва. Очень вкусно.
можно вообще, если дальше еще держать, то они как чипсы будут, пропитанные жиром именно. Обалденный рецепт. Особенно если у вас остался кусок какой-то жирный сала. Или мясо вы разделывали, и остались много кусков именно вот жира, который вам не нужен. Его можно вот так вот использовать. Вот еще целая кастрюлька у меня получилась. Помимо того шампура, который я сожрал, это я отнесу детям и жене полакомиться. Нашел дохлого мыша. От чего он сдох, непонятно. Вот он такой красавец. О. Мясо. Ну что, друзья, выглянуло солнце, грибов мы не набрали. Не сезон, подумал штирлиц и сел в сугроб. Что-то я как-то попадаю вне сезона между ними. Ну, может быть, в октябре будет, посмотрим. Фух. Выходите на природу, жарьте шашлычки, минимум сосиски, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь, потому что надо выходить, выбираться. Если долго сидеть дома, ну не то, что дома, в городе сидеть, то очень сложно выбраться на природу, прям пиздец. Но вы знаете, стоит поднять жопу, пойти, и вы подумаете и поймете, что какого хера я сидел, надо было давно уже пойти. Выбирайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи.